будем здесь проживать 3 ночи. Все для вас запишем, все расскажем, все покажем. Приятного просмотра. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Вот такой вот у нас коридор. И двери в номера. Если дойти до конца, вот такой вот вид на море. Сегодня погода облачная. Мы в нашем номере Гранд Отеля «Жемчужина». Что тут у нас есть? Шкаф перед входом, зеркало, вот такие вот вешалки. Диван. Номер у нас делюкс. Вот такая вот кофемашина, чайник. Две воды, кока-кола наша. Телевизор. Диван. И вот такой вот выход на балкон. Два стульчика, стол. Вот такой вот у нас вид из номера. Море, наша территория нашего отеля, бассейн открытый. Напоминаю, что сейчас 13 декабря, зима, на улице 17 градусов. И вот такой вот у нас вид из номера. Из балкона мы выходим в нашу вторую комнату. Во второй комнате у нас вот такая вот кровать, кондиционер. Есть еще один выход на балкон. С этого балкона вот такой вот вид на море. И на город Сочи. И ванная комната. Биде, туалет, раковина. Средства для гигиены, фен и ванна. Но гидромассаж не работает. Я вчера пробовал. Номер делюкс. Мы заплатили за 3 ночи 27 тысяч. На что хотел обратить внимание. Вот на эти обои. И вот на это пятно. В номере делюкс за 27 тысяч в декабре. А так, в принципе, остальное все хорошо. Друзья, вот непосредственно территория отеля. И вот тут такой парк с пальмами, с птичками. Всякие интересные растения растут. В том здании находится спортзал, а чуть дальше по парку бассейн. Мы спустились в парк нашего отеля. И вот сейчас идем и по нему гуляем. Смотрите, какая тут красота. На улице сейчас у нас 14 декабря. А тут такое ощущение, что все еще лето. Пальмы, всякие экзотические растения.
На улице сейчас примерно 12 градусов. Вот смотрите, люди даже вышли в шортах гулять, что действительно не холодно. Вот такая тут красота. Фонтанчик вот такой вот. Вот фигурки, посвященные чемпионату мира по футболу. Мышонок вот такой вот и слон. Ну, это больше актуально для детей, но все равно прикольно и красиво. Ну, вот там непосредственно уже у нас море. Вот непосредственно на территории нашего отеля открытый бассейн. Пользоваться им можно абсолютно бесплатно. Вот люди сейчас плавают. Смотрите, какая красота. Всевозможные растения. Вот непосредственно спуск на наш собственный пляж. Ну, пляж нашего отеля. Туда посторонние пойти не могут, только проживающие в отеле. Вот смотрите, у нас на дворе 14 декабря. Температура воздуха 13 градусов, температура воды 17 градусов, время 10:53. Мы идем непосредственно на пляж отеля «Жемчужина». А вот непосредственно море. Сегодня погода пасмурная, но все равно очень красиво, очень хорошо дышится. Много птичек и рыбаки плавают. Мы пришли с прогулки, а нам в отеле вот такой вот комплимент. Соки, газированные напитки, вода. Очень приятно. Вот непосредственно вход в спортзал отеля «Жемчужина». Называется «Сильные люди». Друзья, мы с вами сейчас в Сочи. Сейчас у нас 13 декабря. На улице 17 градусов. Очень тепло, светит солнышко, очень ясно. Отличная погода. Мы прогулялись, нам очень понравилось. Сейчас я покажу вид с нашего балкона. У нас 7-й этаж. Вот такой вот вид на Сочи. И вот непосредственно море. В декабре однозначно можно приезжать в Сочи, особенно вот если вам повезет на такой хороший денек. И вот наша территория нашего отеля, бассейн. Позже мы в него сходим, искупаемся, все вам покажем, все расскажем. Сейчас вот такой вот вид у нас из номера.
Дорогие друзья, мы сейчас в отеле «Жемчужина» в Сочи. Сейчас у нас 13 декабря. Мы купаемся в открытом бассейне. Температура воды 28 градусов. Температура на улице 17 градусов. Город Сочи. Завтрак, обед и ужин у нас проходит в ресторане «Хрустальный». И вот время, когда он проходит. А вот непосредственно вход в сам ресторан. Друзья, ну вот такой вот у нас ужин в отеле «Жемчужина». И вот непосредственно у нас зал. Дорогие друзья, если подвести итоги нашего трехдневного пребывания в отеле «Жемчужина» в городе Сочи, если сказать о плюсах, то очень хорошее расположение. Первая береговая линия, свой собственный пляж, свой бассейн открытый с температурой воды 28 градусов, то есть даже в декабре вы не будете мерзнуть. Отличная инфраструктура, рестораны, отличный спортивный зал на территории отеля, который для проживающих абсолютно бесплатно с 8 утра до часу дня. Питание среднее, обычное питание, без всяких изысков, но голодными вы не останетесь. Отличный выход на набережную, если вы захотите прогуляться по набережной Сочи с кучей ресторанов, магазинчиков. Если говорить о минусах, то очень грязный ковер в номере и оторвавшиеся обои. Если вас это не смущает, то приезжайте в Гранд-отель «Жемчужина». Здесь вы хорошо и отлично проведете время. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем большое спасибо.